Вот это мой ответ календарю, он очень выглядит круто, и тут была единичка, я уже ее снимаю. Но тут очень много крутых вещей, некоторые бывают сладкие, некоторые такие маленькие, но очень интересные. И самые маленькие, ну и очень все бирки очень красивые. Большую вот такую, огромную, и маленькую заколочку, как... И еще нам понадобится желтый пластик или полимерная глина, клей и спиненный материал, который называется фоамиран. Сделаем его более как бы круглым. Откусываем и делаем круглую форму. Достаточно круглую. Шарики должны сварить, но и мы их сейчас отнесем вариться, чтобы они были... Чтобы они высохли, и будем делать потом листики. Наши шарики уже сделаны, и мы начинаем листики делать из зеленого фоамирана. И можно на большую заколку сделаем вот такие листики. На лучше сделаем вот те по симметрии, потому что у меня тут получилось нехорошо. И еще можно на маленькую заколку из фигурными ножницами сделать вот такой маленький листик. Он очень мило выглядит, и это очень просто. Цик-цик. Вот теперь подрумяниваем края. Сначала мы стараемся, чтобы краска спала, и чтобы она нарисовала как сухая кисть, просто с краской. И намазываем, и рисуем ей еле-еле на наши ягодки, чтобы получил, как будто подрумяниваем я нашу ягодку выглядеть как-то, как наши ягодки. И сразу вот у тебя тоньше становятся края, остаются прочными, они уже будут интереснее смотреться. Видишь, вот так вот. И уголочки зажимаешь. Вот. Видишь, какой объем пошел? Ну, что, теперь ты. Конечно. Угу. Получается? Да, да, ей посильнее, не бойся. То есть, если что, сделаем еще листик. Его листочки оттенили, сухой кистью нарисовали прожилки и сделали его более объемным. Если вдруг не знаете, как это сделать, напишите это в комментарии, я вам все объясню. Ага. Намазываем все клеем, но только дырочку стараемся не трогать. Они делают клеевой бдыщ. Ну что? А теперь давай. Надо приклеить листочки. Вот так. Прямо. Вот так. Да, знаешь. Оп. И рядышком вот такой еще один листочек. Листочек. А посередине? Угу. Обезжиренные ягодки. Да. А зачем ты обезжиривал ягодки? Потому что если они могут выделять... Это глина, и глина может выделять жир и просто отпасть. Ну что, уже что-то интересное. А теперь мы с тобой вот эту вот полосочку тоже должны ягодками закрыть. Вот так. Получается у нас с тобой? Как так. Так. Получается вот так. Супер. Снимай, поехали. Цик. Цик. Ты можешь сюда? Ой. Давай побольше клея. Наши хорошо. Украшения готовы. Их, вот эти две можно носить вместе. А это как на футболку прикрепить. И еще мы сделали вот такую маленькую заколочку. Просто на нее приклеили страз. Это весенняя заколка. Можно когда угодно. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!